Ну, а нас встречает, ребята, первый снег. Поехали. Выбираем наш джипик. Все, едем на первом снеге. У нас зима. Ух ты, как они отрываются вперед, смотри. Вы что, серьезно, что ли? Вы только что были такими лузерами, а сейчас, когда мне дадут машинку, вы решили показать, что вы такие крутые? И как мне вас обогнать? Может быть, на автобусе только? Ё-моё, смотри, какие они быстрые стали. А нет, смотри. Да, возможно, я приеду вторым. Да, не получится мне приехать первым. А, какой-то хектик. Хектик ридер. Да ё-моё, а. Давай еще раз попробуем. Еще раз. Поехали. Есть идеальный старт. Опять этот хили-киртер, блин, вырвался вперед. Да ё-моё, как он... Какие-то они быстрые вообще, слушай. Я не знаю просто. Я в шоке. Я в шоке, ребята. Ладно, сейчас попробуем их обогнать. Опа, так, и на автобусе какой-то чувак едет очень быстро. Немец. Ах ты, немец. Сейчас я тебя обгоню. Да, хотя бы... Да, третья позиция. Ну, обогнал я этого чувака. Но, к сожалению, не знаю, какое место я получу. Ладно, третья попытка. Третья попытка, ребята, мы сейчас поймем, какое место я займу. Да, вот этот чувак очень быстро едет. О-о-о! Здесь опасно, нафиг, перевернулся, разбился, ну, к сожалению. Блин, очень жалко, очень обидно, какое место? Третье место? Да. Чуть-чуть проехал вперед, прикинь. Давай еще раз, темные дороги, поехали, старт. Темные дороги, сейчас проверим. Попробуем выиграть. О-о-о! Смотри, я вырвался вперед. Хорошо как, а? Так, подъемчик. Опа, и отрываемся от чувачков вот этих вот. Вроде бы едем нормально. Ох-ох-ох-ох, тут аккуратненько надо. Все хорошо, первое место наше. Первая позиция. И давайте попробуем, поиграем дальше. 3, 2, 1, 0, пуск. Давай, поехали быстрее. Идеальнейший старт. Кто бы сомневался. Я уже здесь научился. Хорошо, стартовать. Так, а почему они у нас впереди меня едут? Сейчас, подожди. А, какой-то чувак, смотри. С этой шляпой. Которую вот обычно, знаешь, спать, ложатся. Одевает. Чувак, иди поспи дома. Ты куда на гонку-то поехал в такой шляпе? Я понимаю, вот этот сидит у него там шлем. А, ну давайте дальше. О, третий заезд, мне кажется. Третий заезд, ребята. Мне здесь надо выиграть. Как минимум. О, нет. Не смог я туда заехать, ну и не надо. И не надо. А вот наверх я заезжаю почему-то. Оп-оп-оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо. Блин, прикинь, я все это время смотрел на чувака в шляпе, а не на себя. На такой же машине, как и у меня, и едет. И я на него постоянно смотрел. Как я еще не разбился. Я просто в шоке. Так, ну что, какое место я получу? Первое. Отлично, класс. Возьмем автобус. И поехали, поехали на автобусе. Так, мы играем автобусом в горной местности. И здесь нам нужно аккуратно проехать туннель. В туннеле, ребятушки, в прошлый раз я очень сильно застрял. Ну как застрял? Просто-напросто я там на дерево залез. Нечаянно. Ну, естественно, наш автобус не выдержал такого застревания. Тихо-тихо-тихо, едем. Да, ехать много надо будет. Потому что здесь еще будет зимний биом. Давай, поднимаемся, хорошо. Угу.
Так, ускорение у нас работает, нет? Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Да. Здесь видно, как я ехал в прошлый раз. Ой, хорошо, помогает нам турбо. Турбинка эта помогает хорошо. Надо будет ее еще сильнее немножко прокачать. И тогда, ребята, мы замечательно будем подниматься в гору на одном колесе. Но здесь уже получше я еду, видишь? У меня еще хоть у меня кабина еще есть. И то хорошо. Но где будет туннель, там надо будет аккуратненько, ребятушки, нам... Ох-ох-ох-ох-ох, не на ту кнопку нажал, нечаянно. А, чуть не лишились кабины мы. Но пока едем нормально. Так, аккуратненько, едем. О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, чуть не врезался. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, про что я говорил. Туннель. Здесь надо ехать медленно. Не спешить. А-а-а! Какого фига? Какого фига, ребятушки? Я просто-напросто немножко не доехал. Опять-таки. Я совершил ошибку, и я залетел на дерево. Да. Будем переигрывать. Переигрывать гору. Будем еще внимательней. В два раза сильнее внимательнее будем ехать. Надо было здесь на мотороллере еще прокатиться. Кстати, да. Прокатимся еще на мотороллере здесь. Угу, не спеша. Аккуратно. Спеши здесь. О, стекло, смотри, выбили. Да. Ну ладно. Так, давай, ускоритель. А почему ты, ускоритель, вонючка, не работаешь? Давай, работай, ускоритель. Не. Не сработал здесь ускоритель, но ничего страшного. Едем без ускорителя. О! Так, ускоритель, ты мне когда помогаешь, когда надо. Когда не надо, ты мне... Зачем включаешься? Давай, еще включись. О! Спасибо. Угу. Так, здесь я потерял кабину когда-то. Давай, 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 едем, едем, едем. Угу. А здесь надо подняться. Скоро, ребята, начнется биом. Зимний биом. Прям как в Майнкрафте. Так, еще пока нету его. А, ну вот, начинается. После этого моста будет биомчик. Вот он, заснеженный биом. Горы, все в снегу. Козочки стоят. Козлики стоят, кушают травку. Опля, хорошо. Едем. Нормально, все хорошо. Так, прыжочек. Отлично, отлично. Так, кто-то здесь разбился, я смотрю. Кто-то здесь разбился. Но мы, ребятушки, едем дальше. Аккуратно. Да, трупики одни лежат. Так, ну вот все, здесь. Здесь нам нужно ехать очень-очень медленно. Ой-о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 й. Ой-ой-ой, о, хорошо. Да, проехали, наконец-то мы это место вонючее. Хорошо, так, денежка. 140 монеток. Заработали. Так, подъемчик. Вот, это уже у меня улучшение, ребята. Я побил, считай, свой собственный рекорд. Тихо-тихо-тихо-тихо, головой не стукнуться. Опа, нифига себе. Все. И еще 150 монет мы заработали. Почти 120 тысяч у нас имеется. А, вон я еще ехал. Я помню это место. Где я ехал. Так, второй туннель, он тоже опасен. Опасен, ребята, опасен. А, нет. Все, здесь мы проедем нормально. Так, здесь мы проехали. Здесь тоже. Давай-давай, ну пожалуйста, автобус вонючий. Да, кабину снесло. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Давай-давай-давай-давай, и здесь аккуратненько. Опля, готово. Так, бензинчик забрали. Едем дальше. На нашем чудо-автобусе. Угу. Скоро наша кабина вообще вся потеряется. Сломается.
Но мы не унываем. Едем дальше. О, подъемчик какой, смотри. Давай-давай, еще чуть-чуть. Хорошо, хорошо. Отлично, второй туннель. Так, здесь мы не спеша едем. А, вот здесь надо нам подпрыгнуть. Опа, опачки, хорошо. О, страшно, конечно же страшно. Что мы можем где-нибудь врезаться. А нет. Проезжаем. О, подъем большой, смотри. Большой, большой, высокий подъем. Проехали. Итого уже 20 тысяч монет. Спасибо. Спасибо, разработчики игры. Что? О, я здесь не был. А нет, был. Был, видишь, я здесь не смог подняться на своей машинке. А на автобусе я поднимаюсь спокойно. Причем хорошо так. Поднялись. Опа, 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 голова, 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 аккуратно. Аккуратно, аккуратно, главное не стукнуться головой. Ага, есть. Да, я побил вообще рекорд трассы, наверное, даже. Рекорд трассы побил. Так, бензик, спасибо. А вообще ездил я здесь или нет? О-о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 -
Чуть не врезался головой. Ёлки-палки. Все нормально, едем. О, божечки. Так, а здесь что? Я здесь ни разу не ездил, поэтому я не знаю, что здесь вообще будет. Офигеть, оторвался у нас автобус полностью. Нет, нет, башкой не стукнись. Ох, какая скорость. Мне надо притормозить немножко. Нет, вонючка. А здесь эти монетки мне дадут или нет? Фух, да, жесть, конечно. Конечно же, жесть. Но, хорошо проехали.